Здравствуйте! Мир кунг-фу, мир здоровья, мир хонгия! Мы приветствуем вас на нашем канале, и сегодня у нас встреча с красотой. Как можно по-другому назвать то, что вы видите? Это просто супер! Каждый понимает, что такое красиво. Так вот, занятия кунг-фу и вучи – это красиво. Человек начинает двигаться красиво, у него прекрасное здоровье, красиво, он говорит красиво, благодаря чему? Благодаря правильным методикам. Мир кунг-фу работает с телом, с дыханием, с сознанием. То, что мы вам предлагаем, это красиво. Как красиво то поле, которое вы видите, золотое поле. Я желаю, чтобы у вас в душе было так красиво, как вы сейчас видите. Я даже скажу, что это красиво. Мне даже хочется сказать, что красиво – это чудо. То, что вы сейчас видите, это не просто красиво, это чудо. Смотрите, какое поле. До бесконечности. Любоваться можно на этом месте до бесконечности. Красивое тело – вот основная задача занятий кунг-фу вучи. Красивое сознание – вот основная задача кунг-фу вучи. Триада – тело, дыхание, сознание. И все это красиво. Красивое тело, красивое дыхание, красивое сознание. Это цель занятия мир кунг-фу. Я желаю вам здоровья, радости, счастья. С вами мир кунг-фу и мастер Шао. До встречи, друзья.